Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Данный ролик у меня получился небольшой, но содержит довольно интересную информацию. Довольно неожиданно, сегодня в одной из корейской соцсети от разработчиков игры Arcage была выложена вот такая вот информация. Разработка MMORPG Arcage 2 идет уже около 2 лет. От самой идеи и до реализации всех наших планов потребуется немало сил и времени. В одном из наших предыдущих с вами общений, которое было в 2023 году, мы рассказали о том, что мир игры будет существовать во времена, когда изначальный материк заново начал заселяться потомками, тех самых выживших жителей данного материка, которых спасла богиня Нуи. В плане контента игроки могут ожидать как уже знакомые им механики и игровые события, так и новые или измененные механики и игровые события. А это система занятия ремеслом, торговля, рыболовство, гильдии, осады крепости, ПВП на суше, в воде и в воздухе, подземелья, уничтожение монстров, в том числе и мировых боссов. И другое. Подробнее о каждом из этих моментов мы расскажем ближе к выходу самой игры. В четвертом квартале 2024 года ожидается первое бета-тестирование проекта, в котором нами будут проверены многие важные системы и аспекты игры. По его итогу мы произведем повторную оценку по разработке игры. Если у нас не возникнет больших технических проблем, то второе бета-тестирование ожидается в первой половине 2025 года. К этому времени к проекту будет привлечено максимальное количество сил для того, чтобы не выбиться из поставленной дорожной карты. Но на данный момент мы не можем гарантировать и назначить точную дату выхода MMORPG Arcage 2 в Южной Корее. Слышали ведь, что многие разработчики делают свои игры с наличием NFT, пытаются усидеть на трех стульях и делают игру одновременно для ПК, консолей и телефонов. Так вот, следующая информация вам точно понравится. Поздравляю всех с 1 апреля, это была шутка, розыгрыш в честь такого вот праздничка. Все, что вы сегодня увидели и услышали, это было чисто мною придумано. Да, хоть и основано на той или иной информации. Но если говорить без шуток, то есть довольно официальная информация от самих же разработчиков Arcage, то что летом на той или иной выставке можно будет ожидать информацию насчет Arcage 2. Будет ли это какая-то небольшая часть геймплея, что я сильно сомневаюсь в этом, скорее всего это будет какая-то просто текстовая информация, но хотя бы так. А то кроме трейлера, да и пару слов о Arcage 2 у нас ничего и нету. Ну а в плане первоапрельских розыгрышей можете написать в комментариях, как вы разыгрывали своих друзей, знакомых, родственников. Будет интересно почитать. Ну а на этом у нас вся информация на сегодня. Чтобы ничего в дальнейшем не пропустить, подписываемся на канал и прожимаем колокольчик.